так, ну, следующий мы, наверное, Припять посмотрим. Смотри, то есть мы смотрели что-то из начала игры, а давай теперь же ближе к концу. Я очень сильно постараюсь не показывать каких-нибудь там сюжетных мест. То есть там сейчас, наверное, после того, как я загружу свое сохранение, которое сделал, там начнется диалог. Я попытаюсь его мимо убежать и просто показать хотя бы, какие места там есть. Потому что в Припяти, ну, честно сказать, вы не должны видеть местных вообще сталкеров. Они, потому что это отдельная тема. Так что я вам просто покажу город. Так, вот, собственно, одна из последних миссий игры. Мы находимся в городе Припяти. Здесь по заданию текущему должна встретиться с группой достаточно уже сильных сталкеров, которые в данный момент стоят и обсуждают план атаки. Мы не будем пока говорить, что они, собственно, задумали. Это может испортить вам впечатление от игры. По возможности в дальнейшем мы покажем вам побольше Припяти и поменьше каких-то ключевых моментов, чтобы вы не потеряли свое удовольствие во время игры. Let's try and break through. Он нам говорит на ломаном английском в этой версии. И сейчас мы действительно попробуем прорваться сквозь вражьи ряды. Припять место достаточно опасное. То есть сталкеру молодому здесь делать абсолютно нечего, да он сюда просто и не дойдет. Поэтому сюда может пройти уже, то есть, по-настоящему матерый такой исследователь зоны. Смотрите, собственно, здесь какие-то уже обжитые места, костры. Соответственно, здесь кто-то был. Наша группа продвигается вперед. Вот мы видим, как летят вертолеты, уже слышим. Сейчас они пронесутся, наверное, где-то по небу, совсем приближаются к нам. Собственно, да, вот они пролетели. Это были войска патрулирующие. Что сталкеры все-таки в зоне находятся на незаконном положении, поэтому... Так, вот что-то случилось. Вот, например, одна из разведных группировок. Так, отлично, кого-то уже наши ребята подбили. Вот, собственно, тут есть пока возможность смотреть Припять. То есть вот она, настоящие дома. В некоторые можно даже зайти, то есть совершенно замечательно. Потому что в этой игре, конечно, на улице Припяти стоят всякие старые машины, вроде вот, пожалуйста, этой. Но в настоящей жизни, конечно, ничего такого нету, и улица относительно чисто выглядит. Вот пока что сталкеры продвигаются, смотрите, они, то есть, уже работают не как какие-то случайные там прохожие, залетевшие в зону, а как настоящие профессионалы. Смотрите, что началось. Так, вот, ага, вот смотрите, видите, интересный сейчас момент. Наше оружие на некоторое время перестало стрелять, потому что застряла пуля в стволе, поэтому надо его срочно перезарядить. Так, вот, пожалуйста, одного мы уже подбили. Смотрите, наши ребята продолжают двигаться вперед, кого-то попутно отстреливая. Но мы пока не принимаем в этом такого уж сильного участия, больше смотрим скорее на окрестности. Вот смотрите, как замечательно в этом городе. Очень-очень похоже на настоящий. Так, вот он кого-то заметил, смотрите, видите? Ага, или ему просто показалось. А и в том числе, кстати, в игре может тоже совершать ошибки, может обманываться и сам обманываться. Ага, а вот кто-то действительно есть на крыше. Конечно, из калашников, который сейчас в руках, не так просто подстрелить кого-то с расстояния. Вот, но с другой стороны, они тоже мажут отсюда, поэтому нам как-то гораздо проще. Так, и где он? Ага, вот где-то уже скрылся. Ну что, собственно, наши напарники их прекрасно подобьют, мы сейчас находимся здесь явно не за этим. Так. Так, кто-то там все равно остался на крыше. Опа. Нужно срочно использовать аптечки. Где мы? Так, это мы закрыли какой-то забор. Так, ну это самый простой способ, как кого-то выкурить вообще. Откуда бы то ни было. А, вот, пожалуйста. Часть даже взрывного... Взрывной волны пришлось на нас. Так, где идет битва? Битва идет пока на крыше, прямо. Ага. А вот и наши друзья, сталкеры из враждебной группировки. Так как я сейчас воюю, воевать очень опасно в сталкере, потому что это все-таки в таких перестрелках игра гораздо больше степени. Опа! Позиционная. Смотрите-ка. У меня совсем уже старый автомат, поэтому его заклинивает буквально каждый второй выстрел.
таких случаях надо готов. Это был очень опасный момент, на самом деле, и мы чудом сейчас остались живы. Так, пока наши сталкеры обсуждают, куда пройти, посмотрим еще на Припять. Вот они, все эти дома, институты железнодорожников и так далее. Смотрите, там уже кто-то вдали ходит даже. Видите, там какие-то передвижения есть. Вот, наши ребята, видно, как там бегут, обходят, короче, город с другой стороны. Ну, то есть действуют как настоящие военные. Так, ну все, они нас бросили, теперь, условно говоря, на произвол судьбы, и теперь мы в Припяти одни. Вот это вся техника, все это здание. Они нас, короче, попросили еще раз помочь, но мы оставим пока их просьбы. И просто посмотрим, например, на местные развалины. Здесь как замечательно. Попробуем здесь вообще пройти, может быть, куда-нибудь сможем пролезть. Ну, действительно, видите, смогли. Даже фонарик включить, чтобы было посветлее. Вот она. Припять. На этих кадров очень многие ждали 6 лет. Просто забор. Узнаваемая вообще такая архитектура. Любой, кто родился в СССР или жил в России или на Украине, узнает. Ну, давайте, допустим, был вопрос, можно ли войти в дома. Вот, пожалуйста, давайте войдем в дом. Вы видите, какой сильный сталкер? Мы всадили в него практически целую обойму. И только сейчас он наконец-то рухнул. Вообще, между нами говоря, это был сталкер из дружественной нам группировки. Ну, эксперимент. Собственно, мы сейчас же не играем, а больше скорее смотрим на окружающую атмосферу. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот самой Припяти, конечно, все более, скажем так, аккуратненько, но разруха именно такая и есть. Смотрите, там еще что-то продолжается и так далее. Смотрите, он обходит, он где-то прячется, он пытается, в общем, что-то такое, в общем, сотворить. Все, готов. Так, это наш, собственно, напарник. Посмотрите, видите, аномалии. То есть здесь вообще, в принципе, пройти нельзя. Это достаточно опасные аномалии. Смотрите, если мы кинем бомбу, что произойдет. И за этими аномалиями, если мы пойдем прямо, находится знаменитое, между прочим, припятское просто вот это вот колесо чертово. Но мы туда не пойдем, я думаю, увидите его сами. Так, ну что, с Припяти, я думаю, все. Ух, Припять. Караул. Вообще очень похоже на настоящую, хотя, конечно, ну, не такая масштабная вообще. Я думал, что все-таки будет масштабнее. Хотя, с другой стороны, можно зайти в дома, например, там. Есть все эти детские колеса. Кстати, вот еще интересный момент. В реальной Припяти, в настоящей, пошел слух сейчас, что якобы вот это вот знаменитое колесо, которое чертово колесо, вот, о котором все говорят, что оно упало в прошлом году, ветром его сбило, и все, оно теперь лежит. Так вот, это, значит, неправда. Я был в Припяти буквально месяц назад, оно стоит целое, невредимое до сих пор. Так что вот так вот возвышается над этим городом. Это жутковатое зрелище. Не верьте тому, что пишут в интернете. Никогда. Интернет — это гон. Ну, нам можно верить? Но мы же медийно это, один Васька сказал на форуме. На форуме, в общем, не верьте форуму. Да, не верьте, да. Агентство Бабка сказало. Так, ну теперь, наверное, еще немножко вопрос. Да. Марио HTS задает забавный вопрос. Дорогая редакция, вот скажите, сколько можно продвигать себя на известном распущенном тайтле сталкер? О, как! Друзья, ну смотрите, тут такой политический момент могу объяснить очень просто. Потому что мы, как редакция Громания, популярного, собственно, российского журнала о компьютерных играх, соответственно, доставляем вам популярные темы в зависимости от того, насколько они вам интересны. То есть, если бы игра, например, Сталкер была бы интересна только нам, например, вдвоем с Антоном, мы бы, естественно, не устраивали никаких таких записей, репортажей и прочих продвижений, как пишет там товарищ Марио нам, например. Вот, так что исключительно все, что хотите вы и что пользуется наибольшей популярностью у вас, так или иначе появляется у нас. Все на самом деле очень просто, и не стоит говорить, что мы себя как-то продвигаем, потому что мы вот так продвинуты, мягко говоря. Ну, после того, как Минздрав СССР
значит, болезнь игромании признал, слово игромания признал официальной болезнью, мы теперь пропиарены еще. Пропиарили еще и Минсоцразвитие, да. Минсоцразвитие, так что нам дополнительный пиар, честно говоря, не нужен, а мы это делаем, потому что можем, потому что нам это интересно и потому что это хочется публике. А ничего более, реально. То есть, какой пиар? Зачем? Ну, тут еще спрашивают еще один вопрос по музыке. Я вспомнил, что я не договорил. Помимо Муза и хорошей работы на звук, там еще группа Fire Lake есть, метал-банда украинская. Киевская, да. Киевская, да. И она, но она звучит исключительно в радио, то есть в таких фонах. Причем там три трека, по-моему, в игре от них. Один из них будет на нашем диске, самый симпатичный, послушайте. Целиком, то есть в танке вы так целиком это не услышите. Интересный вопрос от Шибунинджа. Внимание, интригующий вопрос. Есть ли в танкере персонажи женского пола? Я не видел. Я тоже, честно говоря. Хотя, ты знаешь, некоторые мутанты, они такие вот, ну, пусть... Женственные. Страшно сказать. Ну, а с другой стороны, что женщине делать в таком месте? Ты знаешь, я, кстати, прекрасно вспоминаю еще игру Готика, когда вот была самая первая часть. Там фанаты тоже очень долго искали женщин, разработчики признали, что они не сделали там ни одной. В итоге фанаты таки нашли там одну женщину, которая терла пол там в каком-то замке, там была специально вставлена там игра. Хрюша Ик. Аик. Ага. Да, спрашивает. Ну, первое у нее начинается, у нее 23 вопроса он написал. Ого. Да, первое, в принципе, дежурный, то есть, во-первых, его интересует станкер, это революция или эволюция, по имени? Эволюция с элементами революции. Слово революция я очень осторожно просто предпочитаю использовать. Вообще революция глупое достаточно слово, то есть таких игр уже, наверное, нету. То есть, в наше время, как география, уже все открыто, в принципе, по большому счету. Да, можно что-то новое. Это ново. То есть, если вы спрашиваете, есть ли в игре новые ощущения, да, они есть. Да, есть. То есть, есть. И как обстоят дела с анимацией, потому что когда-то там были проблемы большие. Ну как, я могу сказать, что анимация, конечно, не самая гениальная анимация, которая в компьютерных играх, но она весьма на уровне. Современных нормальная ручная находится. Анимация, то есть для RPG стандартная. То есть, если вы видели Oblivion, например, то же самое. Если в зоне сразу два каких-то просто странных вопросов, мне очень смешно. Если в зоне афроукраинские станкеры и... Если в игре евреи, много ли их и сложно ли их убивать? Вы кто вообще? Что вы пишете? Господи, люди! Видели ли вы в зоне города Фримана? Можно ли стрелять с двух рук? То есть тут какие-то, знаешь, такие серьезные вопросы. Ты знаешь, человек дунул, по-моему. Ну, в общем, насчет негров. Негров нет. Афроукраинцев и афроевроукраинцев тоже нет. А вот евреи есть один точно. Торговец вот один. Похож, по крайней мере. Ну, это опять же стереотипически все. Конечно, национальностей никаких в игре нету. И, собственно, вам тоже, люди, я тоже предлагаю в нашем эмоциональном строении национальности побыстрее забывать. Еще серьезный вопрос, сильно отличается финальная версия Станкера от того, что увидели в 2004 году. Ну, это вопрос мне, наверное. Я могу сказать, что... Это не то, что две разные игры, абсолютно. То есть у них там что-то сохранилось, какие-то общие стыкующие, но это абсолютно другая. Ну, в общем, игра. Это есть зона, есть вроде совсем похожие другое монстры, но совсем ощущение. Я могу сказать, что совсем другой страх был, когда я впервые вышел из зоны в 2004 году. Это было очень страшно. Сразу сейчас они так постепенно накручивают. То есть ты чем дальше идешь, тем более страшные места попадаются, более атмосферные, а там ты выходил, у тебя сразу просто пропитывался. Вот. Ну, вы можете посмотреть на, в четвертом сюжете финального отчета, где мы показывали тогда, на 2004 год, первый квест. Сейчас мы его повторяем в апрельском номере, можете посмотреть. На самом деле, мы специально повторили полностью финальный отчет в этом номере, потому что я включил, и мне самому было дико интересно смотреть, что тогда люди в 2004 году вообще говорили о своей игре. И сейчас это, ну, умилительно очень смотрится. Советую всем посмотреть. Я еще, кстати, перед выходом «Сталкера» тоже вдруг задумался, что вообще я в своей жизни видел три игры, которые совершенно не были похожи, и назывались все «Сталкер». Там тоже делали с JCN и прочее. То есть я видел «Сталкер» в 2003-2004 году и сейчас, например, и были противоположно разные вещи иногда. Основная прелесть «Сталкера» — узнавать все самому. Кстати, я заклинаю вас, только у вас появится игра, даже если вы где-то застрянете, не лезьте срочно на форумы с вопросами, не лезьте за гайдами. Вот наберите хоть немножко терпения и поиграйте в нее сами. Основной кайф этой игры — открывать все самому. Спрашивают,
Энд спрашивает, что насчет воздуха, если воздушные враги, и удавалось ли сбить вертолет, кто-то еще спрашивал. Да, кстати, удавалось. Вот ближе к концу игры, кстати, возле ЧС у нас была такая очень жестокая достаточно схватка с вертолетом. Вертолет таки удалось сбить. Вообще, это гранатомет был достаточно сложно, практически невероятно. Много вопросов идет про мультиплеер, но мы просто скажем, что мы не играли в него, пока и вот такого шанса просто нет, не с кем играть. Пока просто, да, нет такого шанса еще как такового. Закрытая бета, в принципе, можно, конечно, в него поиграть, но... Ну, смысл, да, в сталкере, в основном, я думаю, всем интересен все-таки именно сингл. Сингл, да, то есть мультиплеер — это обычный, то есть такая помесь КС и сталкера. Прапор 22. Прапор 22, да? Спрашивает, да, это, как вам удалось пройти игру, если еще нет файлообменовых сетях? Отлично. Да, ну, как... понятно, как прошли мы пресса. То есть, по-хорошему, мы вообще все игры за 2 месяца должны проходить. Единственная проблема в том, что на нашем рынке очень много пиратства, и еще не все компании сюда пришли. Но в целом обычная западная практика, пресса получает игру за 2 месяца до выхода игры, чтобы мы спокойно могли пройти. Сталкер даже поздно дали. То есть, сталкер дали очень поздно, то есть. Дошлифовывали до последнего. Вот. И вообще мы должны за 2 месяца получить игру, пройти ее, сделать какие угодно материалы. Ну и написать, соответственно, рецензию тогда, когда она только появится в продаже. Да, без спешки. И это, кстати, к вопросу тоже о том, что очень многие всегда пишут, что игромания опаздывает с рецензиями. Ну, друзья, в принципе, мы просто, так как журнал, который не пишет по скриншотам и по видеороликам, мы считаем сейчас своим... Такие у нас до сих пор в стране попадаются. Да, мы считаем своим долгом действительно серьезно, да, играть в любую игру, прежде чем писать на нее рецензию. Поэтому у нас действительно зачастую рецензии бывают достаточно поздно. Потому что мы покупаем ее в магазине, как и все остальные люди. Вот, ребят, не поверите, но вот я сейчас мы это все пишем, а я думаю, как бы побыстрее все закончить и пойти играть в сталкер. Да, а у меня завтра самолет еще в Варшаву. Да, точнее, я тоже скоро уезжаю, мне еще очень хочется поиграть. А вот, знаешь, спрашивают много про сталкерскую броню. Про броню? Там, да. Ну, смотрите, экзоскелетоны там считают. Целый. Вот, ну, я не буду рассказывать про всю совсем там броню, там, дальше в конце игры там достаточно оригинальная броня, так что... будет самим интересно посмотреть. Но в целом броня это тоже, как и артефакт, один из немногих способов вообще как-то увеличить параметр своего сталкера. То есть с самого начала на вас есть вообще костюм ОЗК, вообще войсковой химзащиты. Потом у вас появляется уже более-менее костюм сталкера, бронированный, в котором вместо фонарика, например, есть там прибор ночного видения, тоже там замечательно сделанный. Потом у вас появляется там еще более мощный костюм. И, естественно, они защищают от радиации, защищают от пуль, защищают от каких-то там ударов и прочее. Ну, каких-то супер особых свойств у них нет. Вопросов сразу несколько. Всех интересует именно сам реактор. То есть можно ли сразу попасть к четвертому энергоблоку? Конечно, нельзя. Просто не потому, что игра это там сильно как-то запрещает, просто потому что если вы тут пойдете, вас убьют. У вас первый же более-менее сильный сталкер просто не даст вам выйти там из какой-нибудь территории, вас убьют. Да, если у вас ничего не будет. Чтобы пробраться к четвертому реактору, нужно быть очень крутым сталкером. Потому что там попадаются такие ребята, живут там рядом, что им палец вроде точно нельзя класть. То есть это не Fallout, где можно сразу было пойти, взять супер броню и идти к финальному боссу? А я бы вот на самом деле вот поостерегся, потому что я вот уверен, что вот дней через 5 после выхода Сталкера мы уже увидим ролик прохождение Сталкера за 40 минут, как там человек бежит, уворачивается как Нео от всех этих пуль. Просто буквально приходит какой-то одной из концовок. Но по моим впечатлениям, это достаточно сложно. Снимают мгновенно. Очень сложно. Опять же, если вы так начнете делать, то, естественно, концовка у вас будет не истинная, потому что вы не выполнили основной квест, а одна из ложных концовок, которая, скажем так, не так интересна, как концовка настоящая. И насколько детально вообще воссоздан сама Чернобыльская АЭС и где побродить можно? Очень детально. Во-первых, внешние чернобыльские реакторы, сами вот эти здания Саша АЭС, был, очень, да. очень похожи на настоящие. Собственно, я там был всего 2 раза, но, например, Александр Новиков, это заместитель по радиационной безопасности самой Чернобыльской АЭС, который проводил нам недавно там последнюю инструкцию вместе с нами, он, например, рассказывал, что ему показался чернобыльский реактор как раз в игре «Сталкер» очень похож на настоящий. Что касается внутренних помещений, они тоже действительно очень похожи на настоящий. Мы вот буквально недавно спускались под реактор, о чем, кстати, на нашем сайте в том числе писали в репортаже. И вы знаете, когда я играл в «Сталкер», я некоторые места действительно узнавал. То есть какие-то вот переплетения труб, какие-то вот интересные изгибы коридоров. Правда, в игре в том, внутри реактора очень темно, и поэтому приходится идти с фонариком. В жизни там гораздо светлее, но очень похоже и просто настолько вот
впечатляющее, поражающее узнавание всего этого есть, что перед GDC действительно можно снять шляпу. Вот в связи с тем, что он, мы-то сделали, вот Саша ездил наряду с Игорем Варнавским и Ильей, ездили в Чернобыль, у нас был репортаж на сайте, сейчас он в номере, да, я так понимаю, будет? Да, сейчас в номере будет еще более расширенная версия этого репортажа, плюс вот фоторепортаж на диске, ну и как обычно. А X2 с Земли обетованной спрашивает в связи с этим, вот, можно ли будет в игре походить вот по тем местам, вот, где вы были? Да, можно. Я сам был на тех местах. Там еще был очень смешной момент, кстати, в игре. Я помню, мы когда делали съемки, собственно, встал рядом с самим реактором четвертым, Александр, тот самый, о котором только что говорил, показал мне еще на одно место, сказал, а вот в игре там, в Сталкере, в одной из миссий, вот там вот за теми кустиками будет вертолет лежать. Так вот, я когда оказался на том месте, я действительно его узнал, я специально спросил, смотрю, действительно лежит вертолет, все, так и есть. То есть очень некоторые места просто один в один списаны с реальностью. Дрон Сталкер спрашивает вообще про радиацию в игре. Есть ли какие-то гаджеты специальные, антирадиационные костюмы, счетчики Гейгера, и будут ли... Ну, значит, по порядку тогда. Во-первых, радиация в игре есть. В игре, ну, это зона, действительно, чернобыльская зона, там некоторые места будут очень сильно зараженные. Если вы приближаетесь к месту с повышенным радиационным фоном, соответственно, ваш радиометр начинает просто издавать такие характерные щелчки, чем быстрее они, тем, соответственно, выше фон, тем скорее надо за это место убираться. Тем не менее, если вы хотите там охотиться, например, за аномалиями, то какой-то уровень радиации вам все равно придется схватить, когда будет лазить по всем этим свалкам, помойкам, там вот этим традиционным, там, в поисках какого-то, каких-то бриллиантов там внутри. Вы, естественно, хватаете радиации, и ее можно выводить двумя способами вообще, в принципе, из организма. Первый – дедовский, то есть можно взять водку-казак, вот так вот бутылку буквально, влить ее в горло сталкеру, и, в общем, радионуклиды таким образом выйдут из организма. Это не очень реалистично, но на жизнь несколько похоже, в принципе. Да, кстати, радионуклиды действительно можно выводить. Нажраться в игре можно. Да, кстати, там еще такая вот современная рейд на крампейдж, я не помню уже, шутере, да, можно было действительно просто уделаться в хлам, и поэтому с такими вот волнами перед глазами там. Иногда, кстати, в игре создаются очень смешные ситуации, то есть когда ты, например, действительно вылезаешь из какой-нибудь помойки, при этом пьяный просто вообще даже не шевелишься, на тебя бегут какие-то бандиты, ты от них просто заплетающимися ногами пытаешься бегать, достаточно смешно получается. Вот, ну, а второй способ, более, который мы всем вообще советуем, вместо того, чтобы водку там хлебать, это, собственно, специальная антирадиационная инъекция, которую нужно быстро вколоть. Вот. Есть даже горячий клавиш специальный для нее, так что, чтобы уровень радиации понизить. Ну и кроме того, есть некоторые артефакты еще, которые понижают, в принципе, воздействие радиации на вас. Есть эти артефакты, которые, наоборот, увеличивают. То есть его одев, вы постоянно будете получать какую-то большую дозу. И в игре, естественно, есть несколько видов брони сталкерской, каждый из которых там, по-разному защищает от воздействия радиации. Я еще добавлю к этому то, что вот я как-то гулял по зоне и смотрю, там перевернутый грузовик, смотрю в бинокль, там что-то труп валяется. Ну, сейчас типа луту. Отлично, как бы, хабр. Да, сейчас. Как? Хабр. Хабр. Я еще не изучил сленг. Ну, это ты быстро изучишь. Да, хабр. Думаю, сейчас наберусь, подхожу, так, что-то счетчик затрещал такой. Ну, я не совсем понял, просто что происходит. Казалось, что машины и все, кто в ней заражены, очень сильно радиация, высокий уровень, я просто умер. То есть, ну, пример любопытства. Это, кстати, возможно, была машина та самая. Вот еще в заставке игры была эта машина. По каким-то легендам сталкера, это так называемые мертвые грузовики, которые непонятно вообще, кто водит, но эти грузовики периодически вывозят трупы из зоны в неизвестном направлении. То есть, это тоже там, отдельную интригу рождается же этого. Про систему повреждений спрашивают, ну, как ранения влияют? Да, система повреждений достаточно реалистична, то есть хедшоты есть, условно говоря. Стрельнув монстру или человеку в голову, вы зачастую сразу убиваете. Вот. Я не заметил какой-то суперсистемы повреждений, как, например, если вы стрельнете в ногу, он там упадет на одно колено. Нет, все это в игре нет, тут достаточно более упрощенная система. Вот. Но хедшоты есть, и мне кажется, в принципе, для такого RPG-шутера, каким является сталкер, это вполне достаточно. Мне вот понравилась анимация некоторых смертей, то есть, грубо говоря, если там кабан на вас мчится, и вы его там убиваете, он еще так падает, ну, по инерции катится какой-то по земле. Так, типа, ну да, конечно, иногда можно вообще подстрелить сталкера, например, в ногу, он упадет на землю, будет долго кричать, говорит, братан, аптечку, что-нибудь типа того. Его можно пристрелить, можно там аптечку, да, то есть, в зависимости от того, злой вы или плохой, или добрый. Ну, вот это, наверное, все. Финал.
Да, время подходит к концу. Вечера. Самолет у меня через 2 часа уже. Да, у меня через тоже скоро уже улетать, но правда. Не так скоро. Не так скоро. Ну, в общем, да, мы опять в работе, опять в разъезде. Со сталкером, надеюсь, мы уже заканчиваем до выхода, собственно, свежей игромании. Читайте там все наши, собственно, материалы. Да, много спешала. Саш, со стороны Саши огромное ревью. Путешествие в зону. Зону. Плюс мы еще вспоминаем о фильме, вспоминаем о книгах, вспоминаем о хронологии переноса сталкера. Видеомания, в свою очередь, проходится по всему видеоряду, который был создан за эти годы, включая первый тест в 2001 году движка, первые ролики, когда еще все происходило в пещерах Майя, то есть в пирамидах. Когда-то у игры такая концепция ужас, тоже, в том числе. Не хочется даже вспоминать первые ролики, где живым показан сталкер. То есть они снимали, бегал там сталкер по лесу. Это вряд ли кто-то из вас видел. Это видео сохранилось без звука, но тем не менее. Там, ну, в общем, есть, погляди. Да, интересно. И, конечно же, звезда, как бы, номер, это то, что Зона 2002, путешествие с GSC, Олег Яворский комментирует сделанную в начале разработки запись. То есть это ценный материал. Гордимся. Обязательно дождитесь следующего номера, там про сталкер будет очень много. Да. Буквально, в общем, тема номера. С нескольких слов напоследок. Мы, наверное, считаем, что мы дожили, наконец-таки, до первого реального. Новая эпоха начинается, все. Ну, я бы не сказал так громко, все-таки это единичный случай, но мне очень хочется надеяться, что наши разработчики посмотрят на GSC и поймут, что лучше брать качеством, а не количеством. Абсолютно верно сказано. И надеемся, что вообще после «Сталкера», кстати, очень символично, что вот он сейчас выходит как раз весной, как раз сходит снег, вообще все становится хорошо, что после «Сталкера» будет все только хорошо. Ну и надеемся, что вам, естественно, понравится эта игра, и вы ее обязательно купите, потому что это одна из лучших игр, которые мы видели. Ну и, конечно, от себя, от «Видеомании», надеюсь, что вам все это мероприятие понравилось. Да, вот все, что мы устроили сегодня. Потому что, ну, мы все, вы знаете, все время как-то экспериментируем, в том числе с онлайном. Вот, пытаемся, несмотря на то, что пользователи интернет все-таки не так много, как в целом наших читателей. Вот, мы все-таки с радостью пытаемся вам первым в какие-то важные такие темы донести. И у нас было все для вас. И Игромир онлайн, да, и теперь вот это, я надеюсь, что... И надеюсь, что еще скоро нам еще будет чем удивить в этом году. Это, на самом деле, зависит от разработчиков, в первую очередь. Если бы они делали такие замечательные игры каждый месяц и еще присылали их пораньше, я думаю, что у нас бы вообще сказка была. Да, ну, такие дела. Ну что ж, давай прощаться. Всего вам доброго. Счастливо. Увидимся.